Швеция из-за наплыва беженцев ввела контроль документов на своих границах. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать еще 2 года. Теперь при въезде в страну со стороны шенгенской зоны у пассажиров автобусов, поездов, паромов и автомобилей в обязательном порядке проверяют удостоверение личности. Новые правила возмутили тех, кто живет на границе Дании и Швеции и пересекает ее ежедневно по пути на работу. Таких примерно 9 тысяч человек. Помимо проверки на границах, Стокгольм усложнил порядок получения вида на жительство в стране.